парке «Сады мечты» на Взлетке скоро появится колесо обозрения, уже четвертое в нашем городе. Какой оно будет высоты, когда на нем можно будет прокатиться, знает Алена Крашенинникова, она сейчас в парке. Алена, аттракцион уже начали ставить? Дальше аттракцион уже не просто начали ставить, его уже поставили. За моей спиной как раз рабочие, которые заканчивают последний монтаж. Уже все кабинки готовы, это будут открытые кабинки открытого вида. Все это летний аттракцион, то есть у него не закрытые кабинки. Здесь уже заканчиваются последние приготовления. 26 числа, 26 состоится торжественное открытие этого аттракциона. Я сейчас немного расскажу о нем. Получается, это четвертое колесо обозрения в нашем городе, и оно будет высотой 26 метров. Чтобы вы понимали, для сравнения, в Центральном парке колесо 38 метров. Это достаточно высокое будет колесо. Напомню, что это четвертое колесо в нашем городе в Центральном парке. Есть в парке трое, не рабочие, и колесо обозрения на острове Сокровищ. Добавлю, что в Центральном парке колесо действительно уже достаточно старое, на нем еще надписи Пикра, оно еще вот такого первого образца. Его бывает даже заклинивает, и оно не всегда хорошо работает, 10-12 лет где-то так оно находится уже в Центральном парке. Ну и его уже несколько раз хотели менять. Это колесо обозрения будет работать с 26-го, еще раз повторю, будет торжественное открытие. Пока цен нет, но предварительно оно будет стоить для детей, для взрослых с 12 лет 250 рублей, для детей 150 рублей. И от 5 лет дети будут кататься бесплатно. Будут льготные категории, это 150 для взрослого и 100 рублей для ребенка. Пока остальных секретов не раскрывают, еще на открытии будут какие-нибудь сюрпризы, я в том уверена, и нас в этом тоже заверили, поэтому будем ждать 26-го, всех зовут на открытие. На этом все, Даша. Спасибо, Алена.